igrom sa vodom, delegat Slane Bobadić, prije početka utakmice iskoristimo priliku da želimo. Это стартовая пятерка «Партизана». Капривица будет сражаться за стартовый сборный и выигрывает его для своей команды. «Партизан» сегодня в белом. Отправилась в турецкий Фенербахче. И Данте Экзом уехал покорять «Даллас Маврикс» и отнимать игровые минуты у Кидонч. Конечно, были очень рады его возвращению, его первым набранным очкам. В первую очередь, партнеры по команде. Сербы, в свою очередь, одолели ХПЛ и Иерусалим 86-81 и обыграли Тюрктелеком 75-71. Антон Остапкович забивает с дистанции. Который тогда был лидером молодежной сборной России. Мэла Тримбл очень уверенно с дальней дистанции. Больше играл на завершение. Забивал из-под кольца. Настолько неудачный пока оказывается Грамбай. Номер Стефа Карри у него точно сохранился. Джикири забирает подбор на чужом щите. И 2 очка от капитана команды Никиты Курбанова. И не намерен им ни с кем делиться. Идет передача на Нанали, Лидей. Все возвращается в итоге. Будет серия заслонов. Ну вот в итоге бросает сам Тримбл и попадает под локшот с Малагича. Понитка с центра площадки не точно. И на этом у нас первая половина матча подходит к концу. 33-26. Партизан обыгрывает ЦСКА. Опять же напомню, 178 сантиметров. Его рост. Самый низкий игрок Единой Лиги ВТБ. А вот Ален Смолагич, его не смущают даже такие защитники, как Тони Джикири. Это атакующий защитник, который может с мячом повозиться. А вот Каспер Уэйр. У «Партизана», в свою очередь, с первых минут на паркет вышли 21-летний Богдан Богданович и 19-летний Никола Милутинов, которые сегодня играли в финале. Смолагич абсолютно один на периметре. И сейчас уже «Партизан» за эту ошибку ЦСКА не прощает. Диджей Дозьер снова спиной к кольцу и снова пытается придумать непростой бросок. Смолагич на Каминский. Фрэнк подумал, подготовился и забил. Фрэнк Каминский. Атака ЦСКА. Каспера выводит на дальнюю бросок. И он свою дальнюю попытку реализовывает. 59-50. Его боятся все большие игроки «Партизана». А вот маленькие готовы бросать. С дистанции, где был яркий Бенетон на протяжении 2 лет. Ну и, собственно, Пантинайкос и Фенербахче. Виджей Дозьер радует нас броском сверху. Виджей Дозьер с мячом. Не стал бросать, заигрывает партнера. Анджушич промахивается. Капривица вырывает этот подбор. И у Гафурова, и у Антона Карданихишвили. Дозьер. Кишвили не забивает. Второй штрафной. Ну, я не думаю, то, что «Партизан» уже будет атаковать. Нет, смотрите-ка, бросают с дальней дистанции. Но не совсем дружеский жест, скажем честно. Уверенная победа «Партизана». Желька Абрадович обыгрывает ЦСКА. Вашему вниманию награждение. Какой же финал без награждения победителей серебряных призеров? Кевин Пантер получает вот этот кубок. Заклидой, Данил Анджуш, Чогнин Еромас, Фрэнк Каминский. И этот салют в честь «Партизана».